Приветствую вас на канале HardlySetInfo. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G30 изменить язык системы. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», затем «Язык и ввод», «Языки» и нажимаем «Добавить». Затем давайте выберем один из предложенных языков из данного списка. К примеру, украинский. И затем, чтобы менять язык на украинский, перетягиваем его на самый верх. Язык автоматически меняется на украинский. Если же хотим поменять его обратно на русский, переходим в настройки. Затем в раздел «Система», «Мова та ведення», «Мовы» и перетягиваем русский обратно наверх. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!